Природоохранная прокуратура завершила расследование по факту гибели рыбы в реке Рыкша. Напомню, в сентябре 2013 года в небольшой речке погибли тысячи рыб. Исследования проб воды показали превышение содержания аммиака в 18 раз. В случае, который, пожалуй, можно назвать экологической катастрофой, подозревают главного агронома агрохолдинга «Юрма». Следствие установило, что подозреваемый после ливневых дождей обнаружил угрозу размыва так называемых помета-хранилищ и, соответственно, возможность попадания токсичного птичьего помета в почву и воду. Однако для предотвращения возможной аварийной ситуации ничего не предпринял. В итоге отходы 3-го и 4-го класса опасности оказались в реке, на сельхозучастках и в почве лесных территорий. Вред, нанесенный природе, оценили в 286 миллионов рублей. Кстати, кроме природы могли пострадать и люди. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.